Доброе утро всем моим друзьям, знакомым, всем, кто смотрит свой уголок, всем хорошим людям. 8 ноября сегодня. Мы в Новом Поле, деревня под Минском, 30 километров по Гродненской трассе. Здесь полный релакс, свежий воздух, замечательная природа. И вот наши эти участочки, вот где закрыта пленочка, это на зиму мы закрываем от травы. Здесь будет постоянно тыква. В этом году она принесла хороший урожай. Не знал я, оказывается, в тыкве очень много железа, больше, чем в любых лучших сортах яблок. Для сердца, для обмена веществ, очень полезный продукт. Вчера тещенька сделала такую вкусную кашу. Просто не знал, что я удивлюсь новому вкусу. Сок из тыквы полезен. Наварили мы соку. В общем, идет реклама. Чипсы всякие, бургеры, гамбургеры. Нужно есть натуральное. Следить за здоровьем. Здесь у нас осень потиху вступает в свои права. Уже она и заканчивается скоро. Ноябрь 8, но балует погода, слава богу, замечательным теплом для ноября. Просто сказочно. Сказочные дни. Замечательно. Но к тыкве я еще вернусь, покажу, как мы ее храним. Продукт, конечно, классный. У нас даже яблоки висят. Тут нарезали в свое время участки здесь жильцам дома. Теща преподавала в колледже. И вот квартиру получила. И здесь участки жильцам, небольшие такие нарезы земли. Помимо остальных там участков для ведения личного подсобного хозяйства. Чем хороша деревня, землю выдавали жителям. Там убирают листву, работа идет. Всем благ, всем добра, хорошего дня.